компании Aeroflot до Анталии. George Washington, the President of the United States of North America, had a friend who thought with him. Шурочка, ты уже пришла. Почему ты так поздно? Я же просила тебя прийти пораньше. А что, сегодня какой-то особенный день, мам? Особенный? Я хочу познакомить тебя с Леонидом. А, это тот, у которого издательство? Да. Ты меня еще не знакомила со своими ухажерами, что-то новенькое. Ну, это особый случай. Так у тебя с ним серьезно? Серьезно. Так что переоденься, пожалуйста, побыстрее, он скоро придет, ладно? Хорошо. Мам, я открою, давай. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. А вы... А вы, вероятно, Шура. Ну, да. Ну, тогда это вам. Женька, привет. 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 Привет, дорогой. А где Леонид? Оставит машину на стоянку. А вот спасибо большое. Ты притянул столько всего. А вот и я. Здрасте. Здрасте. Привет, это тебе. Привет. Я Леонид. Привет. Это Шура. Александра. Очень приятно. Очень приятно. Ну, что мы стоим? Да. Проходите. Да, да. Я помогу. Да, проходи. Спасибо. Помогай, помогай. Давай, Шурка, тяни, помогай. Пожалуйста, да. Ты уже сказала нас? Нет еще. Ну ладно, ладно, пойдем. Шурочка, возьми, пожалуйста, цветы, поставь сюда. Пожалуйста. Иду, иду. Ой, Зойка, ну наконец-то, ну что ты так долго? Ну чего, группу поддержки вызывали? Слушай, не говори, так волнуюсь, привет. Да перестань ты. Привет, дорогая. На экзаменах, давай-ка. Ну давай уж показывай своего суженого. Тихо, не ори, Шурка еще не знает. Сейчас, это для людей. Да хорошо, хорошо. Людей не так много. Давай, пойдем. Так, это еще не все. Смотри. Кстати, а где Костик? Ты что, одна пришла, что ли? Да, Костик будет позже. У него, как всегда, куча работы еще. Заказ. Это карвалол. Для кого? Для тебя. Зоя! Это нашатырь. Для Шурки, на всякий случай. Все, давай, хватит. Все. Ой, медик, медик. Все, хорошо, хорошо. Для кого прихорашивается, непонятно. Я предлагаю выпить. Нет, вы, конечно, выпьем, только, Леонид, вы сначала просто обязаны рассказать, как вы познакомились с Аней. Нет, нет, мы сначала выпьем, а потом я расскажу эту историю, потому что мой друг Леонид может, знаете, упустить очень важные детали из-за своей природной скромности. Не расскажешь сейчас. Итак, историю. У всех есть себе чуть-чуть. Итак, давайте. Зоя, Анечка. За знакомство. Итак, началось все с того... Давай не будем. Нет. Спокойно. Я тактичен. Началось все с того, что
у моего лучшего друга Леонида заболел зуб. Ну, с кем не бывает. Спасибо. Да, Зоя? Осмотрели его спецы и вынесли вердикт. Дело дрянь, надо удалять. Но дело в том, что Леонид аллергик. А у них не оказалось обезболивающего для аллергиков. И пришлось искать это лекарство. Вот пока мы его искали, бедный Леонид готов был от боли стальные рельсы сгибать в колесо. Но это только предыстория. Самое интересное впереди. Короче, боль невыносима. Он плюет на анестезии и идет к первому попавшемуся доктору. Ну, конечно, первый попавшийся. Я прошу прощения. Но он же не знал тогда. Короче, вы поняли, что этим врачом оказалась Аня. А вот дальше я же видел собственными глазами. Аня, прежде чем что-либо делать, решила заглянуть в рот Леониду. И это было ее роковое решение. Как только ее нежные руки коснулись больного зуба Леонида, невероятная боль пронзила все его тело, и он вдруг со всей дури двумя руками хватает ее за нежные груди. Ну, извини, не слушай. Анна кричит от боли, Леонид кричит от боли. Я тоже начинаю кричать, как идиот. Понимает, что это перебор. Все, кто был в кабинете, бросаются спасать из волчьей хватки Леонида нежную плоть Анны. Но не здесь, то есть не тут-то было. Он от болевого шока не может разжать пальцы. Да! Это был просто ужас. Ой, единственный человек, который не растерялся, была сама Анна, действуя по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Да, конечно. Она хватает инструмент и без всякой анестезии одним рывком вырывает этот злосчастный зуб. О! Вот доктор, а? Мастер! Я предлагаю. Не против? Давайте. Спасибо. Пусть я пойду Шурку позову. Твоему упорству можно только позавидовать. Она все же моя дочь. Мам, заверни меня с собой, я опаздываю. Слушай, может, ты перестанешь все-таки издеваться на мне, а? Я над тобой, слушайте, делайте, что хотите, только меня не надо вот заставлять смотреть на эту пошлость. Я думала, ты все-таки взрослая, а ты... А я что? А ты законченная эгоистка, вот ты что! Да, мам, думаю только о себе, я тебе совершенно не думаю. Давайте родительские беседы оставим на вечер. Я в школу опаздываю. А где Шура? Схватила пару блинчиков и убежала. Я так понимаю, разговор с ней не получился. Нет. Не переживай. Придет время, она все поймет. Знаешь, мне кажется, что этого никогда не будет. У нее теперь сложный возраст. Можешь не продолжать с ним. Ты и я оба знаем, что это не возраст, а характер. Придется с этим смириться. Все. Мне пора, любимая. До вечера. Не скучай. Пока. Пока. В школу едем? Ну, сегодня нет ничего в расписании интересного. Ну, у нас только прогулок. Классно, давно грозилось родителей вызвать. Тебе хорошо, ты отличница. А мне как быть? Слушай, ты не видела ту? Где здесь? Кого? Где? У тебя же нет? Что ты ищешь? Ну, веревку, которую я тебя держу возле себя. Да ну тебе. Thank you.
Ладно, не ной. Можно сегодня осветить школу своим присутствием. Погода хорошая. Ну ладно. Ну что, поехали? Ну, что сказал твой светило? Ань, ну, ты же знаешь, я не имею права говорить тебе правду. Ты доктор или моя подруга? Я же сама медик, я прекрасно все понимаю. Сколько мне осталось? Анна. Что Анна? Что Анна? Что я не знаю, какой рак можно вылечить, а какой нет? Всегда должна быть надежда. Что ты мелешь? Ну какая надежда? Такую операцию никто не сможет сделать. Слишком глубоко опухоль в моем мозгу. Если бы твоего светила была хоть какая-то надежда, ты бы сразу заговорила со мной в операции. Что ты молчишь, скажи, что... Анечка. Этим летом школу заканчивает. Взрослая совсем стала. Что скажешь, увижу я последний звонок? Анечка, ну не знаю я, но... Ну правда, я не знаю. Извини. Да, милый? Нет, у Зои. Нет, это не беременность. Я пока не знаю, что это. Я перезвоню тебе попозже, ладно? Пока. Ты что, так ему и не сказала? Думаю, и так хватает проблем с Шуркой. До сих пор не перебесилась. Не перебесилась. Все, дурочка, назло делает. На французские и немецкие курсы пошла все только, чтобы дома не появляться. Как не зайду, как мне в комнату все время в наушниках сидит и разговаривать вообще не хочет. Так вот одна польза полиглотом будет. Да не знаю, мне кажется, она просто куда-то уйти хочет от нас подальше. Ладно, пойду я. Мне еще надо к Костику твоему заскочить. Завещание оформить. Аня, и скажи, что я не права. Привет. Привет. Шор, по-моему, тебе письмо. Тебе Гена! Пойду Генке скажу! Гена! Генка! Генка, представляешь, я на ИНЯС поступила! Ой, класс! Поздравляю!
А я провалился на первом же экзамене. Теперь хоть домой не появляйся. А, да, да. Да слушай, да подучишь, что поступишь на следующий год. Шурка, ты вроде бы умная, а элементарных вещей не понимаешь. Меня же в армию заберут. Да ладно, ты, отец тебя отмажет. Не отмажет. Он сказал, что если я в КИСИ не поступлю, то прочувствую всю радость воинской службы. А ты живешь в казарме, годик. Самое обидное, что тебе нисколечки не жаль. Мы же целый год видеться не будем. Ну, не увидимся, годик. Ничего страшного. А это что? Посмотри. Сегодня мы приглашены в посольство. Это наряд тебе, а это Шурке. Ну, сами разберетесь, а я побежал. Работа. Пока. Не хочет с нами ходить, не надо. Ну, зачем ты так? А? Ань? Ань? Сил мои пошли. Ну, что я ей такого сделала? Предала отца. Так что мне в монастырь нужно было, что ли, уходить? Я же тоже человек, я тоже хочу... простого женского счастья. Я не хочу, чтобы так все заканчивалось. Ну-ну-ну-ну. Я тебя никуда не отпущу. Я люблю тебя. Я думала, что таких, как ты, уже не бывает. Вымерли, как мамонты. Шутишь. Уже хорошо. Посмотри на меня. Хочешь? Хочешь, никуда не пойдем? Нет, нет. Нет, я же знаю, для тебя это важно. Дай мне полчаса. Я буду готова. Хорошо? Она-то же ни одной слезинки не проронила, словно и не мать сохранила. Да она-то и при жизни ее не больно-то любила. Уж попила кровушки. Спасибо вам большое. Да не за что. Если что, обращайтесь. Вот.
Спасибо. Шур. Шура. Даген. Нет, Шура еще спит. Это спасибо. Ты сам понимаешь, как ей сейчас тяжело. Алло, Ген. Через 40 минут встречаемся возле парка. Никто, слышишь, никто не будет говорить, что мне делать. Я взрослый человек, могу сама решать за себя. Я просто подумал, что ты несколько дней захочешь побыть дома. И что мне делать? На тебя смотреть? Нет уж, фигушки. За что ты меня ненавидишь? Я когда-нибудь ударил тебя, оскорбил или обидел в глубоком детстве, за что ты меня до сих пор простить не можешь? Ты чужак, который разрушил наш с мамой мир. Я сделал ее счастливой. А ты из-за своего эгоизма даже не заметила ее болезни. Что ты вообще для других в жизни сделала? Молчишь, нечего сказать. Живи, как знаешь. Но пока я являюсь твоим опекуном, тебе придется смириться с мыслью о том, что нам придется жить под одной крышей минимум как полгода. Ну и что потом? А потом тебе исполнится 18 по завещанию, но ты будешь жить отдельно. И не стараться попадаться мне на глаза. Жду не дождусь. Новинок мы ждем после выставки. Но все же вы обратите внимание на эту модель. Много хороших катеров есть на рынке. Но наши — это прежде всего качество. Спасибо, я подумаю. Я так и знал, что найду тебя здесь. Твой способ релаксации, наверное, никогда не изменится. А мне море еще в армии опостылило. И потом яхтинг — это искусство становиться мокрым, постоянно болеть и медленно двигаться в никуда за очень большие деньги. Ты знаешь, как я сейчас дни переживаю. А это для меня... Да, да, я все понимаю, старик, но нельзя все бросать. Но неизвестно, когда еще нарисуется такой покупатель. В прошлый раз не удалось с ним поговорить, но еще не все потеряно. Ты уверен, надо продавать типографию? Да ты и сам уверен. Я прикинул, во что обойдется новое оборудование. Да хоть и не новое, мама дорогая. Типография перегружена, значит, надо покупать новую машину. Понятно, что Гейдельберг, понятно, пятикрасочную. А купим новые проблемы, где поставить, найти хороших печатников. Потребуются дополнительные рюкзаки.
брошюровка. Ну, короче. Хорошая. Да. Поехали работать. Только сначала заедем в магазин игрушек. Куплю куклу, назову ее Шурой и сверну ее голову. Что, опять? Так в чем же дело? Она попросила присмотреть в своем завещании за Шурой до 18 лет. А потом пусть катится на... Погоди. Все четыре стороны! Кажется, у нее есть родительская квартира. Вот как раз в день ее рождения ее освобождают, заканчивается договор аренды. И пусть переезжает. Ну, что могу сказать? Держись. Больше ничего не остается делать. Ладно. Поехали. Максим, я давно хотел тебя спросить. С того времени, что я здесь работаю, ты встречался с этим человеком, ну, не меньше 10 раз. Он все время приходит, что-то расспрашивает, ему все подробно объясняешь. Он уходит, так ничего и не купив. Скажи мне, сколько ты катеров продал? 7. Это случайно. Понимаешь, дружище, покупка катера – это не покупка машины. Катер – это мечта. А мечты рано или поздно сбываются. А как она сказала? Да нет, хорошо. А что ты? Смотри, какая... Ну что, огурчик дать или сразу 100 грамм налить? Ты забила на институт? Который час? Еще успеваешь. Иди прими душ, приведи себя в порядок, а я пока приготовлю завтрак. Зачем ты все это терпишь? Ты все равно не поймешь. Лучше пойму. Иди, умойся. Я Вика. Шура. Ты киевская?
Киевский бывает только торт. Я киевлянка. Я из Николаева. Будем вместе учиться? Да. Если не выгонят. Точно. Можно? Мне нужны деньги. Мне нужно больше. Я считаю, этого достаточно. Мама давала мне больше. При маме ты не пила. Слушай, если захочу напиться, я напьюсь без денег. Мужчины просто так женщин не спаивают. Ты по себе судишь? Не выводи меня. Послушай, я завтра улетаю в командировку на 3 дня. Сейчас доделаю некоторые документы, положу их вот в эту папку. Отдай ее, пожалуйста, Евгению. Хорошо. И без этих вот своих подлянок, ладно? Слушай, не приписывай мне, пожалуйста, чужие достоинства. Наверное, за папкой, да? Да совсем из головы вылетело. Я же мог вчера ее забрать. Да, по внешнему виду не скажешь, что ты уже стерва экстра-класса. Это Леонид меня так называет, да? Нет, это я тебя так окрестил. Мне нравятся такие штучки, как ты, но только у тебя по молодости явный перебор идет. Леонид мне друг, а то, что ты с ним вытворяешь, на уши не налазит. Ну ты подумай, ну все для тебя здесь. Горничная убирает всю квартиру. Завтрак, обед и ужин везут из ресторана. Ты живешь как принцесса, при этом умудряясь ему портить кровь. Скажи, когда Леонид последний раз ел дома? Не знаю. Да молчи, сам знаю. Богатых своих причуды. А, ну да, богатые. А ты не замечаешь, что он вкалывает с утра до ночи? Как ему это богатство достается? Да ладно. Не мне тебя воспитывать, да и поздно уже. Да. Не завидую я тому, кто на тебе женится. До свидания. Счастливо оставаться, принцесса. Да, нехиленькая квартирка. А кто у тебя предки? Они умерли. Сочувствую. Ну, пойдем. Угу. А здесь что? Это его кабинет? Что читаем? Понятно. О, рядом с мамой твой отчим? Ага. Так он у тебя красавчик. Настоящий плейбой, понимаешь ли. Да. Слушай, это отчим у компьютер. Ой, да ладно. Что тебе никогда не было интересно узнать о нем побольше? Так. Нет. Не переживай, я по папкам лазить не буду. Мне просто интересно, по каким порнозайцам он шастает. Сумасшедшая. Что за ерунда? Он что, учится? Кто, Леонид? А его Леонидом звать? Красивое имя. Так, значит, смотрим сюда. Бьюсь об заклад. Он учится в Англии. Слушай, пойдем отсюда, а то еще не хватало, чтобы он меня здесь засек. Идем. Ой, хорошо тебе здесь живется. Добрый вечер. Я Вика, однокурсница Шуры. Очень приятно, я. Я знаю. Молодой и очень привлекательный отчим. А, в общем, всем было приятно познакомиться. Давай, Вика, тебе уже пора. В институт рано вставать. Пока. Пока. Хорошего тебе, однокурсница. Замечательно.
тебя кто-то появился? Нет. Ты кроме «да» и «нет» другие слова знаешь? Да. Ты что, специально меня дразнишь? Ген, ну не начинай, а. Шура, ау. Меня завтра в армию забирают. Угу. Мы не будем видеться целый год. Мы же договорились, я буду тебе писать. Боевая подруга. А ничего, что я люблю тебя хорош. С пятого класса? Ну да. У меня дома родственники ждут, а я здесь с тобой хожу. Гена, какой ты скучный. Смотри, там музыка, у Дениса вечеринка. Пойдем, зайдем, а? Еще не нагулялась? Гена, пожалуйста, ну не будь таким нудным. Пойдем. Пошли, 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 пошли. Давай, Гена, смелее. Это наша импровизированная туса. Давай, сюда, не падай. Падай. Че там говорят? Все стрелялся, да? Ничего, не тревожь. Забудь. Да ну. Я слышал, ты там в армию собрался, да, Ген? Да, да. Да, представить тебе. Я свое отбил. Я понял. Что за парень ты такой сегодня, а? Да все нормально. Нормально? Ну, так расслабься ты, а. Шур, перестань. Шура, немедленно перестань. Не парься, это просто танец. Шура, если ты сейчас не прекратишь, ты обо мне можешь вообще забыть. Гена, не парься, это просто танец. Я тебя... Истеричка. Опа. Ты в своем уме? Ты смотрел на часы? Алло, Лен, ты не спи, ты приезжай к нам, у нас тут так весело. Шорты в белье? Ага. Да, тут так много классных пацанов. И подружку пусть прихватит. Женьку приходи с собой, пожалуйста, ей тоже будет весело. Адрес записывай. Сейчас. Да. Да. Шестая. Постой! Да вы где-то не знаете, на кого нарвались, а? Я тебе толстый сейчас урою! А ты что, даже не позавтракаешь? На работе позавтракаю. А ты разогрей себя. Думаю, мы вместе позавтракаем. С чего это вдруг? Просто так. У меня нет времени и желания менять устоявшиеся традиции.
Понятно? Вполне. Эгоистичная, самовлюбленная стерва. Слушай, а ты где-то работаешь? Да так, перебиваюсь, то там, то сям. А можешь какую-нибудь работу подкинуть? Издеваешься? Деньги, которые я зарабатываю, тебе на карманные расходы. Слушай, на серьезно. Извини, подруга, но ты не настолько голодаешь, чтобы делиться с тобой своим хлебом. Да ладно, не дуйся. Если тебе так надо, то можешь посмотреть в интернете или... Кстати, вон там доска объявлений. Все, я побежала, давай. Здравствуйте, я по поводу работы. Спасибо. Здравствуйте, я по поводу работы. А какие у вас условия? Прекрасно. Тогда я вам пришлю свое резюме. Спасибо. Очень хорошо. Очень хорошо. Мне нравится. Да. И быстро. Ну, вот здесь надо будет, конечно, подправить, но это от того, что... У тебя же не было опыта перевода технической литературы? Нет, первый раз. Так для первого раза это вообще супер. Так, сколько у нас тут получается? 160 страниц, да? Да. Ну и об оплате? Я тебе должен 1000. 160 страниц. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. И две. Угу. От меня.
то, что называется за оперативность. Спасибо тебе большое. Держи. Спасибо. Все. Спасибо. Пока. Спасибо. Сегодня совсем на работу не настроен. Все в порядке. Да? О, посмотри, какая. Вот эту точно берем, красную. Послушай, Жень, нашим календарем ты занимаешься? Угу. Ты модели выбираешь, я-то что здесь делаю? Отдыхаешь вместе со мной. На глазах у твоей жены? Она у меня прекрасно понимает, где работа, а где праздное любопытство. Нарвешься ты когда-нибудь? Ладно, однако время. Да. Дорогая. Счастливо, Даша. Спасибо. Все. Да, хорошо. Да. Девочки. Что ты решил? Что я должен был решить? Ну, с кем ты пойдешь на прием? Лёнь, ну, мы же не можем всем рассказывать о твоей нынешней ситуации. Один ты не можешь там появиться. Лёнь, времени совсем мало, надо что-то решать с твоей спутницей на прием. Я не знаю. А что ты предлагаешь? По глазам вижу, у тебя уже есть готовый вариант. Лёнь, ну мы же на то и друзья, чтобы понимать друг друга с полуслова. Сейчас, подожди. Алло, Жаклин, пожалуйста, принесите переведенную вами презентацию и заодно захватите папочку с последними отчетами. Угу. Ждем. Жаклин? Наша новая сотрудница. А-а-а. Угу. Сейчас увидишь. Добрый день. Добрый, добрый. Добрый. Это Жаклин, она будет работать у нас переводчицей. Она уже готовит презентационный пакет для нашего потенциального покупателя. Жаклин, можете положить папочку, и спасибо, вы свободны. Всего доброго. Всего доброго. Всего. Жаклин работала в Париже в посольстве, поэтому налицо полный фарш. И внешность, и знания, и манеры. Где-то ее нашел. Где нашел, там уже нет. У жены в агентстве. Вот с ней ты спокойно можешь пойти на прием. Да, алло. Что, Шура, где она сейчас? Хорошо. Я буду минут через 40. Хорошо. Ну что, на этот раз учудила это чудо? Пыталась рассчитаться в магазине фальшивыми купюрами. Я поеду. А, добрый день. Здесь должна быть да, девушка. Да, там подсобки. Сюда, пожалуйста. Да, да. Спасибо. Можно? Да. А, добрый день. Я отец этой девушки. Ну что-то вы не похожи на девочки отца. Ну, на самом деле, я ее отчим, но это не имеет значения. Могу я как-то уладить этот неприятный инцидент?
Шура! Шура! Что? Опять нотации будешь читать? Да нет, боюсь, это уже слишком поздно. Вот тебе на все мелкие и не мелкие расходы. Могу я надеяться, что подобного больше не произойдет? Можешь. Спасибо. Да, ну история. Ну ты не расстраивайся. Не ты первый, не ты последний, кто попался на эту удочку. Им нужно даже дать должное, что они постарались, нарисовали эти фальшивки. Как ты только попалась? Сама не понимаю. Это наша первая работа. Я такая счастливая была, как-то особо и не всматривалась. Ну, с какой-то стороны им даже спасибо, можно сказать. Да что это? За опыт. Я тебе даже могу помочь. Да? Да. Но не по доброте своей душевной, а потому что сама когда-то попала на эту же уточку. Смотри. Это гостиница, им нужен переводчик. Только забываешь о всех своих выходных и свободном времени. Слушай, ну а как же в институт? Ну, это их не интересует, ты же там не одна будешь работать. Ну да. Так что? Слушай, ну спасибо. Попробуй. Почему это вы решили, что я должен взять на работу именно вас? У меня тут целая стопка резюме кандидатов с большим опытом работы. Ну, может быть, потому что для них это вопрос денег, а для меня это вопрос чести. Честно говоря, я впервые слышу такой ответ. Мне нравится. Хорошо, я возьму вас на работу, но при одном условии. Да нет, у нас в гостинице нет совковых традиций, поэтому клиентов не беспокоит женщин легкого поведения, но я надеюсь, вы меня понимаете. У нас в гостинице должен быть персонал очень высокого уровня, поэтому есть дресс-код, ознакомьтесь с ним. Хотя и универсальная форма не распространяется на переводчиков. И, Александра, я прошу, сходите, пожалуйста, в парикмахерскую, поменяйте как-то цвет волос на более традиционный. Хорошо. Do you understand me? Yes, I do. Окей. Спасибо. Привет. Привет. Ты изменила прическу? Надо же. В любом случае лучше, чем было. Будешь ужинать? Нет, я поел. Ну, может, хотя бы чай? Не хочу. Ну, я пирог испекла. Ну, да, прическа, пирог. Идем? Спасибо. Пожалуйста. Лимончик? Нет, спасибо. А ты? А, я потом. Кушай, кушай. Ну как? Для первого раза. Вполне недурно. Спасибо. У тебя проблемы в институте? Нет. Может быть, к тебе кто-нибудь пристает из парней? Да нет. Прости, а случайно ты не беременна? Да нет же. Что ты взял? Ну ладно, тогда все в порядке, слава богу.
Старик, что-то ты сегодня неважно выглядишь. Не выспался. Эта учеба меня замучила. Так оно надо тебе? Надо. Сам-то выучился, пока я на севере вкалывал. А теперь и мне хочется. Ох, какие мы амбициозные. Теперь ходишь с кругами под глазами. Толстый, ты сам на себя когда в последний раз зеркало смотрел? Доброе утро. Привет. Ну, у меня были на то веские основания. Это какие же? Да мы вчера с Жаклин выбирали вечернее платье. Я не понял, кто с кем идет на прием? Тихо, тихо. Идешь на прием с Жаклин ты. Я иду с Дашей. Просто не успел со своей расстаться. Ты ставишь меня в неловкое положение. Лен, все будет нормально. Ходи, отвечай. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Вы у нас новый переводчик. Да. Французский язык. Французский язык, английский язык и немецкий немножко. Очень хорошо. Идите за мной. Ваше имя Александра? Да. Очень хорошо. Прошу. Спасибо. Добрый день, мадам. Это девушка Александра, она будет вас сопровождать. Переведи. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Alexandra, je suis votre interprète. Je vais vous accompagner. Прежде всего, я хотела бы купить несколько новых вещей. Так что сначала, Александра, поедем по магазинам. Parfait. Да, вот так история. Но почему ты все не объяснила раньше? Он все равно бы мне не поверил. А ты воспользовалась кредитной карточкой? Нет, после того случая у меня вообще отпала охота ходить по магазинам. Глупости. Делать покупки полезно. Ты же слышала про шопинг-терапию? Вообще-то да, но... Хождение по магазинам – это хорошо. Желание хоть как-то улучшить этот мир, начиная с себя любимой. Вперед, моя девочка. Да, хорошо. Спасибо. Жаклин, сейчас не время выяснять отношения. Нет, либо ты идешь со мной, либо ты вообще никуда не идешь. Я устал, не хочешь – не надо. Ты не единственная женщина на свете. Поверь мне, есть с кем пойти на прием. Пока. Надень вечернее платье. Пора тебе выводить в свет. Шура, откроешь? Шура!
какая-то там девочка на одну ночь. И не позволю так со мной обращаться. Да никто о тебе так и не думает. Просто Евгению нужно время. Время, чтобы разместить со своей женой без всяких проблем. Войди в его положение. А кто в мое положение войдет? Я надеюсь, ты не задумала никаких разбирательств на публике. Если что-нибудь подобное произойдет, Жаклин, имей в виду. Будь спокоен. Я буду паять девочек. Хорошо, надеюсь. Я через секунду вернусь. Подожди меня. Так и знал. Ладно, можешь не торопиться. Тебе уже никуда не надо идти. Сними немедленно кольцо. Никогда, слышишь, больше никогда не смей его трогать. Он подходит, мать, а он сам. Добрый вечер. Бонжур. Мы очень рады познакомиться наконец-то с вами, месье. Сам фе плезир де фарвотр консанс, месье. Меня зовут Евгений, а это мой друг Леонид. Je m'appelle Евгений, а c'est mon ami Леонид. Enchanté. Очень приятно. Enchanté. Enchanté. Мы знаем о вашем интересе к нашей стране. Nous connaissons l'intérêt que vous avez pour notre pays. И мы надеемся, что в скором времени у нас будет возможность ознакомить вас с заманчивым предложением. Nous espérons avoir l'occasion de vous présenter une proposition bien intéressante bientôt. Это касается издательского бизнеса. Cela concerne le business de maison d'édition. Quel est le nom de votre maison d'édition? Как называется наше издательство? Пресс-проект. Ah oui, bien sûr. Mon mari va trouver du temps pour étudier votre proposition. Очень хорошо, у моего мужа найдется время ознакомиться с нашим предложением. Merci, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Au revoir. Помнишь, я тебе рассказывала о девочке? Ну, о той, с которой я сегодня познакомилась. Какое невероятное совпадение. Ее отчима зовут Леонид, и он владеет издательством. Ну все, моя дорогая. Надеюсь, скоро увидимся. Здесь список того, что ты должна делать. Начинай с сегодняшнего дня. После разговора с моим мужем у Леонида будет хорошее настроение. Спасибо, Каролин, за все, что вы для меня сделали. Прежде всего, встречай его каждый день после работы. Так у него появится чувство, что дома его всегда ждут. Привет. Привет. А ты голодный? Нет. А я ужин приготовила. Хорошо, давай тогда поужинаем. Ты правильно сделала, что попробовала начать завтракать и ужинать вместе. Мужчины, как хищники, поддаются дрессировке тому, кто их кормит. И самое главное – одежда. Дома одевайся сдержанно, но в ту одежду, которая подчеркивает все достоинства твоей фигуры. Здесь главное не переборщить. Все должно быть естественно и непринужденно. Как твои дела на работе? Нормально. Осуществилась твоя мечта? Какая? Ну как, ты же хотела продать типографию. А это, разве это мечта? Так, производственный момент. Мечта – это совсем другое. Вот в детстве, например, я как сумасшедший абсолютно мечтал о море. Поэтому напросился пацаном в морфлот. Но там оказалось, к сожалению, никакой романтики. Корабль стоял на причале,
целыми днями. На берег сходить нельзя. Драили в черной рабе палубу каждый день. Парадку, то есть парадную форму одевали максимум раза два за полгода. Так что... Да, ну а как же Берингово море? А там подавно никакой романтики. Тяжелый труд, да и только. Угу. А ведь и правда, Шура. Как странно в жизни все получается. Когда был мальчишкой, на шабакатере не было денег. Сейчас есть деньги. Нет времени. Странно. А ты о чем в детстве мечтала? Отец хотел показать мне Турцию. Он все время рассказывал о дворцах, о мечетях, о разных музеях. Он там часто бывал? По работе, да. Давай на выходные в Стамбул махнем. Детские мечты должны осуществляться. Да что, я летать боюсь. Шур, тебя ждет Стамбул, Босфорский залив, христианская Византия и мусульманский Стамбул. Это же потрясающе. Во время полета будут держать тебя за руку, рассказывать смешные анекдоты, а ты будешь слушать, смеяться и не открывая глаза. Но если я не смогу? Ребята, извините, а хотите я вам по 10 евро дам? Да, хотим. Слушайте, ребят, смотрите, видите, вот дядя стоит такой высокий. А в общем, вы сейчас к нему просто подходите и начинаете говорить, что мы ваши дети, что вы наш папа. В общем, начинаете просить мороженое. В общем, папа, папа, папа. Давайте. Папа, папа, купи нам мороженое. Папа, пожалуйста, купи. Слушайте, это еще что-то. Она вон та тетя попросила.
Шура. Шур. Просыпайся. Выспишься дома. Одевайся, я попозже зайду. Куда мы идем? Пока секрет. Ну что, не скучаем? Ну? Калис. Как ее зовут? Кого? Да ладно, мы же друзья. По тебе видно, что ты отлично провел выходные. Я был с Шурой в Стамбуле. Что, ты серьезно? Абсолютно. Вот это облом. Почему? Она вроде не такая уж и дикая. Да ладно. И потом инцест, это уже не так актуально. Какой инцест? Ну, тихо. Во-первых, я ей не родной, а во-вторых, я об этом даже и не думаю. В тихом омуте черти водятся. Да пошел ты. Ладно. Я пошел. Ты все время сидишь за компьютером. Очень много работ. Может быть, я могу тебе чем-то помочь? Чем ты мне можешь помочь? Ну, не знаю. Наверняка есть какая-то рутинная работа, которая не требует специализированных знаний. Вполне может быть. Может быть, ты и права. Ты действительно хочешь мне помочь? Ну, да. Ну, хорошо. У тебя папка, ты... Сверять цифры, которые буду диктовать, а правильно или неправильно? Цифры. Угу. Так, 298/17. Есть. Есть? Окей. 298/17. Ты будешь носом клевать. Бонжур. 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 Бонжур.
Добрый день. Здравствуйте. Nous avons invité le traducteur de notre côté. Vous n'êtes pas contre? Мы пригласили переводчика со своей стороны. Господа не возражают? Конечно, нет. А? Ну. Конечно. Что это за фокусы? Я тебе мало денег даю. Зачем ты меня позоришь перед людьми? Я уже совершеннолетняя, могу сама зарабатывать. Учеба. Ты же завалишь все. Я замечательно со всем справляюсь. Шура, здоровье, оно не железное. Ага, а ты? Что я? А ты работаешь. Без отдыха. Так ведь тоже нельзя. О, начинается. А что начинается? Ты прямо как твоя мама. Ну, лишнее доказательство тому, что я права. Ты уйдешь с работы. А ты переменишь графики работы? Посмотрю. Я должен уехать в командировку на несколько дней. Пробудешь сама? Да, конечно. Вечеринок не устраивать, музыку громко не включать и постараться, чтобы хотя бы стены остались на месте. Умничка! Подожди. Что? Это... Что это? Это твоя экзаменационная работа. Откуда ты узнала, что я учусь? Я нашла в кабинете вот это. Ну, я знаю, что мужчинам трудно даются гуманитарные науки. Спасибо. Ты даже не представляешь, как меня выручила. Почитаю в самолете. Может, не полетишь самолетом? Самолетом быстрее. Поездом безопаснее. Не факт. Привет, моя дорогая. Да, Каролин, привет. Все в порядке? Ты следуешь моим советам? Да. И как? Мы друзья. Он даже меня один раз поцеловал в щеку. Ничего, для начала это сойдет. Но ты должна немного поторопиться. Мой муж сделал Леониду заманчивое предложение, и я больше чем уверена, что он согласится. Какое предложение? Его как специалиста приглашают наладить работу новой типографии в Юго-Восточной Европе. Еще точно не знаю, где. Леонид уедет за границу? Да. И ты должна поехать с ним. Хорошо. Спасибо, Каролин. Шура. Нельзя. Шур, в чем дело? Ты не одета? Одета. Ты не одна? Одна. Тогда в чем дело? Шур, открой немедленно дверь, если не хочешь, чтобы я ее выломал. Шура! У меня ветрянка. Не подходи. Господи. Айош. Бог ведь что напридумывал. Да не бойся. У меня иммунитет. Мне повезло больше, я в детстве переболел.
доктор был? Только что ушел. Ну что, будем разрисовываться зеленкой? Давайте помогу. Сними кофту, мне так не достать. Дальше ты справишься сама. Счастья, здоровья, ну и всего. С днем рождения. И вот еще. Хорошо, я помогу тебе ее открыть. Тебе не нравится? Нравится. Тогда в чем дело? Копия завещания, не вижу повода для слез. Или ты рыдаешь от счастья? Я не понимаю, что происходит. Мама позаботилась о твоем будущем, это же естественно. А ты решил отпраздновать мое 18-летие и заодно свою свободу. О чем ты? Не прикидывайся, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. С спокойной душой и чувством выполненного долга можешь меня отправить на все четыре стороны. Правильно? Какие четыре стороны? Тебя никто не выгоняет. Слушай, ты меня гонишь, ты только и делаешь, что меня отталкиваешь. Я что только уже не делала, ты как стойкий оловянный солдатик. Шура. Что, Шура, ты никогда не посмотришь на меня, как на женщину. Я для тебя как катер. Ты его хочешь, ты даже можешь его купить, но никак не можешь решиться. Почему ты меня отталкиваешь? А, или у тебя встает только на старух? Шур, ну прости меня. Открой дверь, пожалуйста. Шур, ну виноват, прости. Освобождаешь место для новых сотрудников? Угу. Знаешь, мне жаль, что наши пути расходятся.
Я решил открыть свое риэлторское агентство. Издание «Простаивает», помнишь, которое я никак не мог скинуть? Ты его купил для себя? Угу. Хочу открыть там развлекательный центр. Ах ты, авантюрист. А меня в долю возьмешь? Как ты полагаешь, зачем я затеял этот разговор? Ну что, работаем вместе? Да нет. Я уезжаю из страны, я уже решил. Хотя бы на какое-то время нужно сменить обстановку. Я тебе вполне доверяю. Но смотри, если что-то не так, я не посмотрю, что ты мой друг. Ты меня знаешь. Шкуру спущу. Обижаешь. У меня все просчитано. Ах ты толстый старый змей. Ты столько времени молчал. Конечно. А то бы ты сказал, что я тебя тороплю с продажей издательства. Вот папка. Да, посмотри. Что это? Здесь все по развлекаловке. Только внимательно, я тебя прошу. По развлекаловке, хорошо. Хорошо. Для подтверждения заказа. Спасибо, Лена. Шур! Вик, привет, это Леонид. Ты Шуру не видела? Нет, я ее не видела. В институте она не появлялась. Хорошо, когда увижу, передам. Евгений, привет. Что делаешь? Давай пить вместе, дуй ко мне. По мне, так ты с жиру бесишься. Я вот такого отчима не убегала. Что я ей сделал плохого? Я ведь только хорошее для нее делал, все, что мог. И не говори. Шубу песовую захотела. Купил. Колье за 70 тысяч. Вот и видел, такое классное. А она с подружками перегонки устроила. Догонялки, понимаешь? У это, у меня это, а ты мне это. Вот зараза. Давай. Шук, как проклятый, никакой благодарности. Любви хочет. А я ведь тоже. Понимаешь, тоже. Ну, вроде все.
Нет, вы не пристроите куда-нибудь цветочки, а то жалко. Он будет, может быть, кому-нибудь понадобится. Угу. Хорошо, хоть живности у вас никакой нет. Да, это уж точно. Вы не видели шубу? Нет, а что? Случилось что-то? Нет, ничего. Вы же знаете, она переехала. Я думал, может быть, зайдет попрощаться. Открыто! Здрасте. Привет. Что это у вас тут происходит? Да вот, пытаюсь расправиться с цветами. Тебе не надо? Да на кой они мне сдались? Мне и места нет, куда их ставить. Ты к Шуре пришла? Нет. Я вам письмо от нее принесла. Ты знаешь, где она? Ну, она просила мне не говорить. С ней все нормально? С кем? С Шуркой? Да что с ней станется? А почему письмо открыто? А что от меня скрывать? Я все знаю. Просит вас перестать искать ее и говорить, что все в порядке. А, кстати, она еще вам это просила передать. Даже так? Я пойду. Ты Шуру увидишь? Естественно. Вот тебе мой новый мобильный. Mm-hmm. Если мало ли что Шуре понадобится, звони, не стесняйся. Хорошо. Я в долгу не останусь. А это вы улетаете? Да. Скоро? Завтра. Я пошла. Иди. Передумаешь? Ну, не на один же месяц уезжаешь. Чужая страна, чужие люди. Меня здесь уже ни что не держит. О, а я? Да ладно тебе. Женишься на своей Жаклине, рожаете детишек и забудете, кто я такой. Ну, ты хоть на свадьбу приедешь? Приеду, приеду. Жень, не забудь о моей просьбе. Да не волнуйся, все будет хорошо. Никуда твоя Шурка не денется, я ее из-под земли достану. Из-под земли не надо. Да нет, я шучу, это так образно. Все будет нормально, не переживай, я тебя буду держать в курсе обо всем. Ну что? Начинается регистрация билетов и оформление багажа. Регистрацию объявили. На самолет рейса 627. Извини меня. Нет, я правда. Это уже не имеет сейчас никакого значения. Может, ты останешься? Нет. Авиакомпания Novel Air до Монако. Да, я понимаю. А тебе? Возьми. Что это? Это твой катер. Это в подарок на день рождения. Ты же говорил, что мечты должны сбываться. Откуда ты взяла деньги? Продала мамину квартиру и еще сняла деньги со счета. Это что? Ты, Господи, ты хоть понимаешь, что ты наделала? А? Ты вообще о чем-нибудь соображала, когда все это придумывала? А мне что теперь делать? Да подожди ты! А где ты жить собираешься? А, в студенческом общежитии. На какие деньги? Что, работу теперь будешь? Я не могу принять этот подарок. Шур, так нельзя. Мы квиты, все нормально, мечта за мечту. Прости, но я не могу. Нет.
Господи, что ты делаешь? Хочу выбросить свои надежды. Неужели ты не понимаешь, что все это глупо? Что глупо? Все, что между нами происходит, глупо. Пройдет время. Я понимаю, что тебе трудно. Но ты влюбишься в парня твоего возраста. Я люблю тебя. Совсем недавно ты меня еще ненавидела. Всегда тебя любила. Я ненавидела себя за то, что хочу занять место мамы. Я эгоистичная, взбалмошная, глупая идиотка. Я ненавижу тебя, но я люблю тебя. Я ничего не могу да, да. делать. Останься. Не могу, правда, не могу. Дай мне твою руку. Что это? Я вернусь через полгода. Дождись меня в нашей квартире. Обещаешь?